Корица тюльпана Snow Crystal выращивают в регулярных посадках на клумбах или в контейнерах. Этот многолетник великолепно сочетается со всеми весенними цветами. Цветет он с апреля по май. На крепких цветоносах, высота которых до 40 см, распускаются белоснежные с бледно-зелеными чашелистиками бутоны. Лепестки по краям украшает длинная игольчатая бахрома. Смотрится цветок очень эффектно, издалека по внешнему виду он даже напоминает пион. Высаживать луковицы тюльпана Snow Crystal стоит с конца сентября до начала ноября. Лучше всего для посадки подходят солнечные участки с рыхлой почвой. Тюльпан Triumph Snow Crystal – это травянистый высотой 40-50 см, диаметром 15 см. Цветет растение в месяц май, апрель. Окраска цветка белая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 8 см. Весной листва по цвету зеленые. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.